Всем привет, друзья! У нас сегодня в преддверии Новый год, точнее, у нас сегодня предновогодняя ночь. Мы собрались в прекрасном месте в нашем городе. У нас построили такой замечательный уголок новогодний. Друзья, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом. Пожелать всем счастья, удачи, улыбок. Желаю в этом году не только мечтать, а медленно и уверенно идти к новым достижениям и победам. Пусть в этой дороге сопровождает вас удача и тепло самых близких людей, находящихся рядом с вами. Пусть этот непредсказуемый год станет для чего-то нового и прекрасного в вашей жизни. Пусть Новый год подарит нам то, о чем мечтает каждый человек на земле. И пусть этот год станет для нас, друзья, незабываемым годом во всех годах. У нас же Новый год дракона, друзья. А это очень сильный знак. Пусть Новый год принесет много достижений, крепкого здоровья и счастья в ваш уютный очаг. Пусть этот Новый год станет для вас чем-то новым, чем-то лучшим. Пусть этот Новый год откроет двери в мир улыбок и счастья, друзья. И пусть этот год станет для нас незабываемым годом. Пусть источник добра и тепла в твоей душе согревает в будущем году. Мне хочется, чтобы этот год стал по-настоящему волшебным для всех, для вас, мои дорогие друзья. Хочу также сказать огромное спасибо всем моим подписчикам, кто меня смотрит. Поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы этот год подарил нам много поводов для радости, счастья, любви, соответственно, мирного неба над головой. И с Новым годом, друзья, 2024 годом. Ура! 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 Друзья, мы сейчас сменили локацию. У нас немножечко, может быть, хромает с освещением, но сегодня еще один у нас очень важный момент, друзья. И хочу, друзья, вам представить свою девушку-монтажера и моего оператора. Выйдите к нам, покажитесь. Мой монтажер, тот человек, который заставляет меня иногда готовить какую-то дичь, нет, шучу, она дает только качественные, хорошие рецепты, она мне иногда прорабатывает какие-то блюда, а я их просто воплощаю в реальность. Она также монтажер и мой оператор. Всем привет! В 2024 году у нас происходит самое главное событие года для нас. Друзья, мы хотим с Екатериной, точнее, я хочу, она об этом еще не знает вообще ничего, хотим создать с ней новую семью и пуститься, я хочу предложить ей далекий и долгий путь длиною в жизнь пройти вместе со мной. Дорогая моя Катя, я сейчас зажгу вот эту прекрасную свечку. Держи. Хочу в преддверии этого Нового года подарить тебе подарок. Подарок от всей души, дорогая моя Екатерина. И сказать тебе эти слова. Выходи за меня замуж, дорогая моя, я люблю тебя, дорогая, ура, хоть, ну давай, давай. Вот и на этой шикарной ноте, друзья, мы заканчиваем наш выпуск. Всем добра, я желаю, чтобы так же начинался год, как он начинается у нас. Всем пока! Я